Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему собака роет землю. Многие собаки обожают рыть землю. Эта привычка лающих особенно неприятна владельцам загородных домов, ведь питомец может перекопать весь участок, нанести вред газону и цветам. Почему же лающие так любят рыть землю? Давайте разбираться. Первая причина, почему собака роет землю – охотничий инстинкт. Это особенно характерно для пород группы терьеров. Само название этой группы образовано от латинского слова terra, что означает «земля». Терьеры – отличные помощники при охоте на лис, барсуков, сурков. Основной метод их охоты – это подкоп, поэтому потомки охотничьих собак так любят копать землю. Очень часто лающие роют землю из-за скуки. Если хозяин не уделяет питомцу достаточно времени и внимания, питомец начинает развлекать себя сам. Раскопать корни растений, вырвать кусок газона и раскидать землю по сторонам – настоящее удовольствие для лающего друга. Чтобы собака не перекапывала ваш участок, старайтесь проводить с ней как можно больше времени. Играйте с питомцем в активные игры, не забывайте покупать ему новые игрушки. Следующая причина – собака пытается охладиться. Питомцы часто роют землю в жаркую погоду. Так лающий друг добирается до холодного слоя земли, на который он может лечь и почувствовать прохладу. Если вы заметили такое поведение у своей собаки, то постарайтесь охладить питомца. Еще одна причина, из-за которой собака может рыть землю – питомец прячет лакомство. Если вы решили угостить своего лающего друга, когда он не голоден, то он, скорее всего, припрячет эту еду на потом. Для этого он может раскопать яму у вас во дворе. Также собака может рыть землю во время беременности. Это древний инстинкт лающих. В дикой природе собаки привыкли вырывать ямы для подготовки к родам. Чтобы избежать порчи всего участка, выделите специальное место для вашей собаки, где она сможет свободно копать землю. Таковы самые распространенные причины, почему собаки любят рыть землю. Если ваш лающий друг любит рыть землю, постарайтесь понять причину такого поведения. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!